сегодня в программе «Плей-офф» начинается сенсация во Львове. ТВД против «Урагана». Седьмая команда турнирной таблицы на равных сражается с фаворитом чемпионата. Трагедия «Кардинал Ровно» в первом матче с «Енакиевцем» и счастливая развязка во втором. Севастопольский ПФС на поверку оказывается крепким орешком для львовской энергии «Тайм». 30 пенальти в одной игре – вот что такое настоящее харьковское дерби.